такое осень? Осень – это такое время года. Осень – это время года. Осень – это время года. Красивая осень. Все потому, что она красная, желтая, еще и листья зеленые. Листья, конечно, зеленые превращаются в красные, их красят. И еще желтые. Осень – это время года. Осень – это когда опадают листья. Где там листопад. Это время года, которое наступает после этого. Осенью опадают листья, их становится холоднее. Что делают осенью? Осенью ребятки идут в школу, собирают урожай и готовятся к зиме. Осенью животные собираются в спячку, готовят свои запасы. Птицы улетают на теплые края. А люди собирают огород. Вот у кого нет дач, просто гуляют по парку. Но мне больше нравится собирать листья. Осенью выпадают листочки, и можно собирать листья. Букет для мамы. Еще можно ваночек можно сделать. 1 сентября идут в школу дети, собирают родителей грибы и собирают урожай. Осенью празднуют праздник школьники 1 сентября. Осенью уходят в школу и собирают листики, чтобы сделать букет для мамы или папы. И осенью мы, старшие классники, идут в школу. Мы собираем листики и из них делаем веночки. Собирают листья. Осенью делают дети в 1 сентября идут в школу, собирают урожай, грибы, делают запасы на зиму. Какие краски можно увидеть осенью? Красный, оранжевый, желтый, бордовый. Красный, желтый, оранжевый, черный, коричневый. Желтый, оранжевый, красный, коричневый. Бордовый, оранжевый, красный. Оранжевый, желтый, красный. Желтый, оранжевый, красный, коричневый. Красный, оранжевый, желтый. Нравится ли тебе осень? Мне нравится осень. Потому что в осень можно встретить много праздников. Еще потому что осень красивая. Нравится мне осень, потому что так много листиков, что даже можно для мамы собрать букет этих листиков. И дать их, и подоить их. Мне нравится осень, потому что осенью много грибов, и можно собирать букетики из листьев. Нравится. Почему? Потому что можно надеть зимние сапоги, взять зонтик и гулять по лужам. Мне очень нравится. Почему? Потому что начинается учебный год, и все ходят в школу. Мне нравится, потому что у меня осень день рождения. Потому что осенью можно шуршать листьями и собирать их. Нравится. Потому что там можно собирать урожай, грибы, можно собирать листики, прыгать по лужам.